В настоящее время в Казахстане активно внедряется применение в практике бизнеса трехкомпонентной интегрированной системы. В данную систему входит онлайн-контрольно-кассовая машина, посттерминал и система учета. Для предпринимателей, использующих ее в своей работе, предусмотрены определенные налоговые послабления. Сумма безналичный оборот, проходящий по ТИС, не включается оборот для подключения на установке по учету НДС в пределах 114 184 МРП, а также сумма оборота для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации в пределах 70 048 МРП. Для учета пользователь обязан зарегистрировать ее в территориальном УГД по месту своего нахождения. Для этого налоговый орган необходимо представить заявление, форма приложения приказу номер 953 и от 2 сентября 2019 года. Приложение заявления, если объект более одного, техническую документацию, паспорт производителя, регистрационную карточку онлайн ККМ, документ, подтверждающий право пользования ТИС и заявление собственника, подтверждающее, что модель ТИС соответствует требованиям и включен в единый реестр ТИС.